наливается, и соком наливается. И теперь не заливается страна. Где, дорогой Леонид Сергеевич, здравствуйте, а мы вас везде ищем. Вера Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Что я вам хотел сказать? Ах, да, знакомьтесь, это наш новый архитектор, профессор Леонид Сергеевич Федоров. Леонид Сергеевич, это он нам новую лабораторию строит. Да вы помните, мы говорили. Теперь насчет отдыха. Самое главное, ни о чем не думайте. Ни о каких новых темах. Спорт, развлечение, беззаботность. Беззаботность, развлечение, спорт. А когда вернетесь, тогда засядете за новые темы. Так что не упускайте время. Ты это что? Ты это куда смотришь? Да что ты, деточка? Ведь это же наша новая продукция. Туфельки, лотос. Если я только узнаю, что ты и там интересуешься своей продукцией. Деточка. Через неделю Марья Савишна будет в Ессентуках. Она мне все про тебя напишет. Пожалуйста, разве я против? Чуть не забыл, Леонид Сергеевич, я вам полезную инструкцию купил. Вот. Как отдыхать. Тут все написано. Прямо-таки для вас. Спасибо. Что я вам хотел сказать? Да, в каком вагоне вы едете? Я? Верочка, в каком я вагоне? В восьмом. В восьмом. Жена и секретарь. Она же и нянька. А? Всего хорошего, Леонид Сергеевич. Всего хорошего. Вера Николаевна, до свидания. До свидания. До свидания. Вот тебе на дорогу. 20 рублей. Нет. Хватит и 15. Вот тебе аккредитив, контрольный лист. Спрячь в разные карманы. О, он у меня такой растяпа. Без меня бы пропал. Верно, деточка. Ты мое солнышко. Солнышко. Не понимаешь? Соня, Оля, Люба, Нина. Солнышко. Не понимаю. Не слышу. Повтори еще раз. Паспорт, я спрашиваю, не забыл? Паспорт. Поля, Аня, Сеня, Петя. Thank you.
15 рублей. Что, 15 рублей? Жена дала на всю дорогу. Маловато. Да. Должно быть, у вас супруга серьезная. Ведьма. Что? Хорошо, что я с собой взял второй аккредитив. Про это она не знает. 500 рубликов. Так, значит, билетик я вам дал. Ага. Один аккредитив, второй аккредитив, паспорт. Паспорт. Забыла. Растяпа. Сама растяпа. Авиапочта. Окно номер 16 направо. Спасибо. Следующий. Ессентуки? Да. Федорову? Да. Следующий. Ессентуки? Да. Горову? Да. Слушаю. Сейчас. Нина, тебя. Слушаю. Ах, это вы? То есть ты, когда приехал? Сегодня? В командировку? Какое дело? Спешное? Не спешное, а ценное. Я слышала, ценное. Нет, нет, это не вам. Я слышала. Спешное. Встретиться? 2:30. Нет, нет, это не вам. 2:30 я еще не могу. 5:40. Что же это вы? То 2:30, то 5:40. Сколько с меня? Я уже вам сказала, что 2:30. Возьмите квитанцию. Я жду вас ровно в 7. 7. 7. У Пушкина. Приду. Кто это, а? Сашка. Приехал в командировку на 2 дня. И уже успел взять билеты. Большой. На Лебединое.
Ровно все ждет у Пушкина. Надо торопиться. Какая прелесть. Разрешите узнать, как вас зовут? Не скажу. Ну, хоть фамилию. А зачем вам? Да так, интересно. Ни за что. Ваша фамилия? Зверь. Зверь Зерякова. Имя? Мария. Маруся. А вас как зовут? Секрет. А фамилия? Не скажу. Ваша фамилия? Кугуров. Имя, отчество? Николай Николаевич. Вот и прекрасно. Теперь мы с вами поневоле знакомы. Вашу ручку. Возьмите ручку, распишитесь. На имя Федорова Леонида Сергеевича письма нет? Есть. Ценное. Предъявите паспорт. А как же? Это недоразумение. Я именно паспорт забыл в Москве. Без паспорта не выдаем. А как же? В письме именно паспорт жена выслала. А вы мне паспорта без паспорта не выдаете? Это же заколдованный круг. Платите гривенник. Гривенник? Гривенник. 10 копеек. А у меня все деньги в сберкассе. Марусь, одолжите 10 копеек на 10 минут. Пожалуйста. Возьмите ручку. Распишитесь. Ничего не понимаю. Сливочного, фруктового. Хотите? С удовольствием. Самые большие порции за мой счет. А я на минутку сберкассу.
это на обед. На обед. У меня ни копейки денег нет. А у тебя? У меня тоже. Прикажете повторить? Пожалуйста. Аккредитив? Да. Будьте любезны, контрольный листочек. Пожалуйста. Сколько берете? 500. Ой, я не могу больше есть. У меня все в горле застыло. Ваш паспорт. Пожалуйста. Гуров Николай Николаевич. Я бы сказал, не совсем Гуров. То есть, как это так? Тут написано Федоров Леонид Сергеевич. Не может быть. Паспорточек у вас чужой. Виноват. Позвольте, позвольте. Виноват. Федоров Леонид Сергеевич. Черт возьми. Что такое? В чем дело? Произошло недоразумение. Вы мне дали не мой паспорт. Ничего не знаю. Напишите заявление. Вы понимаете, какой ужасный случай? Вы мне дали чужой паспорт. Напишите заявление. Заявление? А что я буду делать с чужим паспортом? Мы ведь не знаем, что вам Москва посылала. А кто же знает? Федоров. Федоров. Ни денег, ни папирос. Гражданин, дали папироску, что ли? Пожалуйста. Ай. У этого человека должно быть большие неприятности. Thank you.
парк, парк закрывается. Освободите парк, парк закрывается. Ну вот. Хорошо. За 5 суток вперед. Пожалуйста. Разрешите заполнить анкетку? Нет, а зачем? Ведь я только на 5 суток. Правило такое. Да. Значит, ваша фамилия? Гуров. Имя, отчество? А что, если у человека паспорта нет? Не пустим в гостиницу, делу конец. Николай Николаевич. Год рождения? 1000. 1000. А что, если человек забыл паспорт? Ну, скажем, недоразумение на почте или в поезде потерял? Бывает, сплошь да рядом. Скажем, беглый кассир. Обязательно паспорточку терять в поезде. Или, например, бандит. Вот тут, на прошлой неделе, один приехал с чемоданами. Инженер, говорит, тоже костюмчик новенький, вот вроде вашего, серенький. Бандит! Нет уж, разрешите, я сам заполню анкету. Извиняюсь, пожалуйста. Да. Спокойной ночи, товарищ Гуров. Гуров. Ага. Гуров. Да. Гуров. Гуров? Надо дать телеграмму Верочке. Через 3 дня получу паспорт. Нет, через 5. 5 дней буду Гуровым. 5 дней! А что, если у этого человека 3 привода и 2 судимости? Служащий. Место работы. Москопромобувьсоюз. Москопром... Нет, это надо записать. Забуду. Москопромобувьсоюз. Гуров. Николай Николаевич. Москопромобувьсоюз. 1886 год. Что будет? Что будет? Дорогому товарищу Федорову, с пожеланием хорошего отдыха. Что будет? Что будет? Разрешите узнать. Как вас зовут? А зачем вам? Да так, интересно. Киса. Киса. Какое прекрасное имя. А вы что ж, играете? Учусь. А вы? Ну, я немножко поэт, немножко музыкант, играю. Сыграйте. Пожалуйста. Разбито все и больно, и жестоко. Ушли те дни, погасли те огни. Змея тоска в
вползает одиноко, и я один, и все вокруг одни. Ах, вы слезы, ах, вы грезы, эх, ты кровь, эх, ты бровь, эх, вы зубы, эх, вы губы, эх, проклятая любовь. Будьте любезны, телеграмму. Рубля. Квитанции не нет, надо? Нет, не надо. Номер скажите. 19. Спасибо. Пожалуйста. Разбито все, Москва. Нарарирам, нарарарам. Не помню, как слова. Разбито все, Арбат, дом 6, квартира. Разбито все. Квартира номер 2. Thank you.
жрать хочется. Вам что, курсовку? Да. Паспорт? Присядьте. Больной Гуров. Гуров. Вы Гуров? Нет. То есть, виноват. Я Гуров. Что же, вы свою фамилию забыли? Да, забыл. С утра недавно приехал и забыл. Какой вы рассеянный. Рассеянный? Да, рассеянный. Идемте к врачу. Идите. А вот курочка молодая, хорошая. Возьмите, гражданин. Мне вы жареные. Кисла. Кисловато. Ты что ж, гражданин, ходишь, пробуешь, жрешь, а не покупаешь, тюлень толстый. Нигде не берут. Говорят, через 2 недели. Подожди. Как тебя зовут? Леня. А фамилия? Федоров. Хорошая фамилия. Товарищ Гуров, как называется учреждение, в котором вы работаете? Оно называется МОС. МОС. КУС. КУС. Кош? Кош. Рем? Обувь. А что это такое? Это где чинят ботинки. Ботинки? Да. Так вы сапожник. Главный сапожник. Вот здорово! Понимаете, у меня беда. Завтра состязание, а ботинки рваные. И чинить никто не берется. А мне выступать во как надо. Будьте другом. Вас это не затруднит? Да нет. Ну, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. К завтраму сделайте, не обманите. Пожалуйста. Почистим? Нет. Жарко. Дай попить. Пей, там. Это для чистин. Белые туфли. Извините. Будьте любезны. Почините, пожалуйста, поскорей. Через 2 недели. Мне надо завтра. Завтра? Да. Завтра вон там, в магазине. Купить надо. Купить. Фу, пойду обедать. Посидишь? Посижу. Посиди, посиди. Я тебе мацони принесу. Вот спасибо. Ух ты, ну и жара. Ох.
Белые почистим, черные почистим, серые почистим, раз, два, три. Из моей починки выйдут, как картинки, старые ботинки, посмотри. Из моей починки выйдут, как картинки, старые ботинки, посмотри. Как, вы уже починили? Да, уже починил. Виноват. Я же вам должен. Ну, это пустяки какие-то. 2 ботинка, 2 рубля. Только-то? Только-то. Сию минуту. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. О, пожалуйста. Большое спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Благодарю вас. Какая работа? Замечательная. Отличная работа. Ни одного шовчика. Где вы достали? А кто вам починил? Больной Гуров оказался сапожником. Где он живет? Живет в метрополе. Гуров в метрополе. Хозяин, а? Почистим? Да. Понимаете, безвыходное положение. Подумаешь. Ну, опоздаете. Это на свидание-то с такой очаровательной женщиной. Ну, пропустите процедуру. Доктор сказал, что если я еще хоть раз пропущу процедуру, он меня выпишет из санатория. В один и тот же час, ровно в 12, душ Шарко и свидание с Кларой. Что делать? Что придумать? Дать мне 5 рублей. За что? За чистку? Нет, за душ Шарко. Я пойду вместо вас. Вы серьезно? Это же моя профессия. Дорогой вы мой, вот выручили. Нати, книжку. А где я вас потом увижу? А, у тёзка ТЖ. А зачистку полтинничек. Пожалуйста, вот спасибо. Вот выручили, дорогой вы мой. Ну, а теперь на свидание. Много пропускаете. Подтянитесь. Вы последний? Ага, я за вами. Лево! Бок! Спина! Вы что здесь? Впервые? Да, отчасти. Следующий! Ваша очередь. Как моя? Я за вами. Нет, ваша, пожалуйста. Следующий! Ну! Пожалуйста. Туда? Туда, туда. Книжку! На место! Стоять! Так, что вы делаете? Холодная вода! Позвольте! Оп. Может быть, перестаньте меня купать холодной водой? Погодите! Следующий!
скажите, трех еще нет? 4:10. Я, кажется, опоздал. Пустяки. Ну, как, дорогой мой, тяжеленько. Ерунда. Привычка. Вот ваша книжечка. Благодарю вас. Скажите, а в дальнейшем я могу рассчитывать на вас? Ну, чего же. Мой приятель. Тоже? Тоже. Валяйте. Знакомьтесь. Ну-с. У вас что? Пикник с приятелем. Я вас про процедуру спрашиваю. Ах, про процедуру. Велосипед. Велосипед? Ну, что ж, можно велосипед. Только должен вас предупредить, велосипед будет стоить подороже. Пожалуйста. Это какое-то недоразумение. Василий! А? Что? Найди Аблсы. Дома? Репетируют. Слушайте, Аблсы, Жорж не приехал. Вот так компот. Вот что. Сегодня вы будете выступать вдвоем. Без Жоржа мы выступать не будем. То есть как? Это же мировой скандал. Скандал во всесоюзном акте. Мы три Диаболос, а не каких-нибудь два. Три, три. Мамочка. Простите, вам кого? Гурова Николая Николаевича. Гурова? Их дома нет. Да тут их многие спрашивают. Прикажете, что передать? Передайте привет от подруги его жены, Самодоевой. А. Thank you.
Здесь я. Больной Козлов, много пропускаете. Подтянитесь. Сестра, доктор мне назначил процедуру, а там никого нет. Больной Петров! Здесь! 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 Трех еще нет? Четверть четвертого. Угу. Приготовьте деньги. Ваш. Спасибо. Ваш. Благодарю вас. Ваш. Мерси. Ваш. Спасибо. Ваш. Погроб жизни. Ваш. А с вами у меня будет отдельный разговор. За обыкновенную процедуру я беру 5 рублей, а на вашей паровой бане я потерял 1,5 кило. Проверьте. Итого 22,5. Угу. Да. И то только для вас. Позвольте вам вернуть должок. Спасибо. Пожалуйста. Пирожок. Спасибо. Пожалуйста. У этого человека должно быть большие неприятности. Скажите, пожалуйста, товарищ Гуров дома? Нет. Жаль. Гуров? Как зовут? Николай Николаевич. Коля! Колька! Мы спасены. Здесь Колька Гуров. Ну, работал у Тарада унтерманом. Работал не хуже Жоржа. В порядке? Сам в порядке. Где он? Не знаю. Должно быть в парке. Вот что. Найдите Гурова. И живым, или мертвым. Но доставьте мне его на сцену. Понятно? Черт. Наш толстяк. Где? Вот он. Вот, смотри, где? Да это не он. Да вот он. Он. Догоним? О, вот он. Послушайте. Вы Гуров? Да, я. А что? Нас к вам направил Свирепов. Дело в том, что не приехал один из дьяволосов, и вам придется его заменить. Да позвольте, какой дьяволос? Вам все объяснит Свирепов. Скорей, скорей! Да, постойте, это какая-то ошибка. Идем, идем, вам все объяснит Свирепов. Какой Свирепов? Я не знаю никакого Свирепова.
зачем вы меня так одели? Ладно, становись на доску. Да не хочу, вы меня пустите. Слушайте, не дурите. Сейчас придет Свирепов, и вы с ним поладите. Да какой Свирепов? Я никакого Свирепова не знаю. Как не знаете? Ведь вы же Гуров. Гуров, Гуров, но не совсем. Вы понимаете, тут очень сложное положение. Ладно, ладно, я сейчас приведу Свирепова. А пока начали. Когда пойдешь наверх, убери голову. Куда? Алле? Наверное. А, черт возьми, про них-то я и совсем забыл. Ну да ладно, обойдутся без процедур. Портье, ключ. Это товарищ Гуров? Гуров! Вот черт! Простите, вы кого разыскиваете? Федорова Леонида Сергеевича. Справочная. В каком номере у вас живет Гуров? Гуров? Да. В 17-м. Виноват. Вы кто же ему будете? Мамаша или тетушка? Бабушка. Негодяй. Извините, простите, мне нужен товарищ Гуров. Ах, вам нужен. Очень нужен. Нате, получите! Я вам покажу, как чужих мужей отбивать! Войдите. Милая. О. Не та. Ты еще припадочная. Thank you.
не одет. Ленечка! Верочка! Леня! Милая! Ленечка! Так вот ты где. Деточка, а ты уже приехала. А ты, голубчик, дня без меня не можешь прожить. Ну да. Так вот я тебя сейчас обласкаю. Деточка, ты сама виновата во всем. Ты мне прислала чужой паспорт. Какой паспорт? Федорова. Какого Федорова? А черт его знает, какого Федорова. А я Гуров. Вы Гуров? Ну да. А я, Федоров, даю вам честное слово. Значит, это ваш? Мой. Мой, Верочка, мой. А мой? А ваш внизу, у портье. У портье. Киса, куда? Я к вам. Ко мне? Да. Нельзя. Там растяпа. Паспорт Гурова!